Трагическая судьба крестьянина, спасшего Александра II. Казалось бы, что может объединить простого крестьянина из Костромской губернии и российского императора? Случившееся 4 апреля 1866 года навсегда изменило жизнь обоих. Первый стал живым олицетворением поговорки «из грязи в князи», а для второго начались годы игры в русскую рулетку с жизнью. 4 апреля 1866 года Осип Комиссаров прогуливался у летнего сада в Петербурге. Он подошел к толпе зевак, которые собрались вокруг царского экипажа. Через толпу пробирался молодой человек, который грубо оттолкнул Комиссарова. Это был революционер-террорист Дмитрий Каракозов. Осип увидел, как тот достал пистолет и целился прямо в государя. За считанные мгновения до выстрела Комиссаров бросился на террориста и оттолкнул его. Пуля миновала императора. После 4 апреля уже на дворянина комиссара Костромского градом посыпались почести. Спаситель императора стал прикладываться к стакану и умер от белой горячки в возрасте всего лишь 55 лет.